Химкинский лес, церковь Егорьевский, тропинки в Пушкино. Этюды Подмосковья. Именно так называется новая выставка художника Сергея Скачкова, подготовка которой сейчас идет в музейном комплексе парка Толстого. Здесь около 30 работ, выполненные маслом и акварелью. Тонкое наблюдение за природой региона. Не так часто художники представляют именно этюды, по которым можно было бы судить о его творчестве, о его вдохновении и тех реальных местах, где он бывает и он отображает. Потому что этюд – это, как я говорил, рабочий материал для последующего создания картины. По словам художника, интерес к живописи у него с раннего детства. В университете учился на экономиста, но тяга к творчеству взяла свое. Начинал с иконописи и реставрации, затем стал писать маслом. В основном пейзажи. Этюды – это детальное изучение местности, понимание свойств природы и ее состояния. Экспозицию можно будет увидеть с завтрашнего дня в музейном комплексе «Артишок». Работать она будет в течение месяца. Вход свободный.